Всем привет! И вы на канале Лепокула. Аквапарк делаем, продолжаем наше чудо-строение. В этой серии мы сделаем... Ну, не знаю, что мы в этой серии на самом деле будем делать. По правде говоря. Ну, давайте вот дорожку до конца проложим. Вот этого Вот, хотя бы дорожку вот так вот проложим. До этой черной дыры. А так я... да, я вспомню, мы аквапарк уже заканчиваем сам строить. Это уже счастье. Нам остается лишь только дорогу для машин проложить. Это максимум. Все. Больше ничего нам не надо строить. Я так рад, что нам ничего такого больше строить не надо. Ну вот. Ну, это примерно весь наш аквапарк. Готов у нас уже. Я просто рад. У меня такое счастье, блин, бесконечное. Боже. Давайте. Тут. Я... Сейчас мы будем делать... Кое-что важное. Ну, в общем, окружность. И мне понадобится еще костная мука. Так, и находим костную муку. Ребята, я не могу ее найти. Да слава богу! Такой, не могу ее найти. Да слава богу! И нашел. Вот. Тут мы все поставим, позарасляем. И да, в аквапарке нам тоже так надо сделать. Вне пределов дорожки надо вот это построить. Тут еще и лошади у меня завелись. Боже. У нас тут еще и лошади завелись. Ну вот. Сейчас тут мы костной мукой все пораставляем травкой. Красивой. Вот тут выставляем травки всякой вот такой. Тут расставляем все. Много в общем мы тут сделаем. Много мы тут. Я сейчас на костную муку это все поставим. Травки всякие. Я так рад, что мы уже почти закончили аквапарк. Нам только осталось вот эти машины, дороги, вот эти все сделать немного. И все, у нас будет все готово.
Вот это поворот. Сейчас, и да, самой последней серии я буду вам обзор на свой аквапарк буду свой показывать. Если у меня все обозреть не получится, то тогда я буду выкладывать еще одну часть вот этого всего. Тут расставляем травку, травку. Вот, травка. Мы проставляли тут ее достаточно. Наш аквапарк полностью готов. Осталось нам только лишь вот построить вот это все дело. Ну, это будет примерно вот как. Так. Катя, не мешай. Все идеально у нас. Так. Поставим травку. Где это было? Вот тут. И дождь пошел. Идеально. Вот, тут поставим вот это вот. Все, профессиональный. Да, конь? Да. О, можно на нее сесть. Садимся. Мы на коне. Где чудо? Ну, сейчас возьмем вот эти вот камни. Так. Вот так. Мне даже нравится, что мы тут понастраивали. Ну, серьезно, ребят. Ну вот. Сейчас мы... Вот сделаем. И вот. Так вот. Я думаю, ролик можно заканчивать. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.